Всех приветствую, продолжаем бродить по Петербургу, по выставкам. Выставка в Ирарте Владимира Полякова, она называется «Безымянная материя». Вот что написано в анонсе. Выставка «Безымянной материи» – попытка осознать движение и изменение формы в историческом контексте. Роль искусства, по мнению художника, состоит в демонстрации, визуализации фактов реальности, обычно упускаемых из вида. Произведение Владимира Полякова рождается на границе, где материальность объекта сталкивается с нематериальностью мысли и несет скрытую силу, заключенную в форму образ. Времени, как материальному объекту, художник уделяет особое внимание. Ему интересно узнать, как долго проживет его произведение, как оно погибнет, сколько раз и каким образом оно будет интерпретировано зрителем. Владимир Поляков – художник в третьем поколении, родился и вырос в Ленинграде в творческой среде. Его отец Арест Николаевич Поляков был мастером плакатной живописи. Андрей Арестович – отец автора, скульптор, работающий в технике академического модернизма, преподаватель Санкт-Петербургского художественного училища имени Рериха. А мать Юлия Владимировна – музыкант, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин. Увлекался скульптурой и рисованием с детства. Получил два образования – среднее, специальное и высшее по специальности художник монументально-декоративного искусства, скульптура. Первое дало базовые навыки работы с формой и материалом в академической манере, а второе, полученное в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, позволило взглянуть на форму как на самостоятельное влияние и выйти за рамки академизма. В последние годы автор занимается изучением технологий трансляции изображения на поверхности бетонных объектов. Работа Владимира Полякова напоминает зрителю о мимолетности происходящего и относительности нашего восприятия. Автор предлагает взглянуть на форму, освобожденную от влияния действительности, и найти точку, в которой она начинает наполняться смыслом, обретает свою выразительность. Ну вот так вкратце о выставке «Безымянная материя». Автор Владимир Поляков, она проходила в галерее Ирарта, Санкт-Петербург. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.